ребята, если признали на уровне парламентского большинства то, с чем согласно большинство граждан страны, что Молдова является захваченным государством, значит, соответственно, все институты, все судьи, все прокуроры, все чиновники, они как бы служили этому захваченному государству. Есть новая власть. Новая власть рассказывает каждый день про то, что вот, ой, как сложно снять генерального прокурора с должности. Ой, как тяжело подбирать кадры. Ой, как тяжело то, ой, как тяжело это. Ребят, значит, это уже совсем не смешно. Я предлагал свою помощь. В это время, социалисты вместе с кое с кем начали сливать там какие-то записи моих переговоров якобы там с главным советником Плохотнюка и всех как бы запудривать все мозги, что вот Усатый вернулся по согласованию и так далее. Сегодня очень легко возбудить дело как раз после того, что проголосовали, что Молдова является захваченным государством. По статье создания ОПГ вы должны сегодня всем прокурорам, судьям, тому же Юрию Чекану, который устраивал беспредел, делать только одно предложение. Ребят, либо вы приходите с явкой, с повинной, либо, вам существенно поможет, либо будете отвечать по полной. Не можете сами, дайте возможность другим. Вы либо проснитесь и начинаете что-то делать, либо я вместе с гражданами Молдовы буду это делать сам, как гражданин Республики Молдова, как человек, которому не безразличен.